there's what do you call it? Rockets? An interballistic missile site. Where are you? You know what an intercontinental ballistic missile? Yeah. We went underground. Они были в катакомбах. To where the missiles come from. И где-то вот были, откуда в ракеты запускались. We were there just this morning. Они сегодня утром вместе с внуком, с Лэндоном были там. And I was reminded of the warfare that we are in. И это напомнило мне о войне, в которой мы с вами находимся. We discovered this morning that there was enough nuclear power there to destroy the world three times. Трижды была высвобождена огромная сила для разрушения всего мира. Это мы вспоминали сегодня утром. And there was also a doctrine between Russia and our USSR and the United States. И также были доктрины между Соединенными Штатами и бывшим СССР. And it was called the doctrine of mutual annihilation. Meaning you destroy me, I will destroy you. И их, так сказать, завет заключался в том, что если ты начнешь разрушать меня, я разрушу тебя. It was really awesome. It was scary. Это было что-то невероятное. Помните время холодной войны? Это было что-то невероятное и очень пугающее. But I was reminded how the warfare is in the spirit. Но это напомнило мне о том, как выглядят военные действия в духе. How the devil's design is to keep us from going on with God. Как дьявол пытается нас удерживать от хождения с Господом. Whatever it takes, he wants to stop you from loving Jesus. И все, что он делает, на каждом шагу пытается, чтобы вы прекратили любить Иешуа. And in the area of the subject that we're talking about tonight, there is a warfare. И в том предмете, который мы сегодня будем разбирать с вами, там тоже есть место военных действий, сражения. And the warfare concerns fatherhood. Being fathers. Военные действия, сражения подразумевают под собой отечество, родину. There is a move of God today in the church around the world. И по всему миру сегодня мы можем видеть, как Бог действует, как движется Дух Святой. And it has to do with fathering, being a father. И все это происходит от отцовства, от того, как быть отцом. Now, being a father is not just about men. И отцовство это касается не только мужчин. But it's like the spirit of the father. Это касается духовной части, как дух отца. Because we know the spirit of the mother in the church. Потому что мы знаем дух материнства в церкви. But the spirit of the father has been hindered by Satan. Но дух отцовства был и пытается быть разрушенным злым духом. Satan does not want the spirit of the father restored to the church. Сатана явно очень не хочет, чтобы был в церквях восстановлен дух отцовства. In the United States, we have one time of the year that we call Mother's Day. В Соединенных Штатах у нас есть один день в году, который мы называем День Матери. And we have one day of the year we call Father's Day. Также в Штатах у нас есть день, когда мы его празднуем как День Отца. These are the days we honor the mother and the father. В эти дни мы почитаем матерей и отцов. We do our industry does a big business during Mother's Day, buying many gifts. И наша экономика очень хорошие прибыли имеет, особенно в День Матери, на подарках, на сувенирах. And there are many phone calls and letters and cards that are sent to mothers. И много телефонных звонков, сообщений, открыток. То есть это бизнес целый. And it is good. That is right. И это хорошо, это хорошая часть. But on Father's Day in America. Но на День Отца в Америке. Guess at something. Guess what? Угадайте, что происходит. It used to be that we had to pay for phone calls when we still do. In a way, but
мы продолжаем платить за телефонные разговоры, но But on Father's Day, но в день отца, there was the largest day when the charge was given to the fathers. It was a call that you had the father had to pay for. И очень много происходит звонков, за которые отцам приходится платить. То есть, когда вызов идет за счет, поняли, того, кто принимает. And in our prisons in America, и в нашем, в нашей реальности, в Штатах, you can speak about mothers and tears will begin to go come down the prisoners' faces. Ты можешь говорить о мамах, и ты можешь видеть, как слезы текут по глазам. But when you talk about the fathers, they get angry. И что касается людей, которые в тюрьмах сидят и которые делают вот эти звонки за счет вызывающего, то когда они с мамой говорят, можно увидеть слезы. Когда с папой, то больше злости. Most prisoners in America do not like their fathers and have a bad relationship with them. И очень много заключенных в Штатах, которые сидят в тюрьмах, они имеют жуткие отношения с отцами. And in some way, Satan has tried to bring the same separation from the spirit of a father into the church. И такое же самое разделение, как происходит в мире, дьявол пытается сделать и в церкви, чтобы были отделены от духа отца, от отцовства. And when we really look at the scripture, that's the one of the greatest needs of the body of Christ and the greatest need of mankind. Но когда мы смотрим в Писание, мы понимаем, что нужда в отцах, отцовство – это одна из самых больших нужд для тела Христова и также для всего человечества. What was lost in the fall when Adam and Eve fell? Что было утеряно, что пропало, когда согрешили Адам и Ева? The relationship with God, with Elohim. Взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с Элохим. There was a sense of God the Father walking with them in the garden. Понимаете, Бог Отец ходил, гулял с ними в саду. And they had everything they needed. И они имели абсолютно все, в чем они нуждались. The Father was walking with them, they had food. Отец, сам Бог гулял с ними, у них была еда. There was perfect temperature and weather. У них была просто идеальная температура и климат замечательный. Before the fall, it was perfect in Eden. До падения было все идеально в Эдемском саду. But when they decided to be like God, но когда они приняли решение быть как боги, and to be a God themselves, и стать богами для самих себя, they separated themselves from God the Father. Они этим самым отделили себя от Бога Отца. Israel had a big emphasis on the Father. Emphasis. The nation of Israel, the Jewish people, have always had a big emphasis. Еврейский народ, нация Израиля всегда имела большое значение и уделяла внимание вопросу отцовства, отца как в семье. You read it through the scriptures. Вы можете читать это в Писании. The son of certain fathers. Когда говорится, да, сын такого-то отца. Adam and Eve had two sons. Адам и Ева имели двух сыновей. And Moses had sons. Abraham had sons. Моисей имел сыновей, Авраам имел сыновей. Jacob had sons. Иаков имел сыновей. The history of the Jews in the Tanakh of the Old Testament. История еврейского народа в Ветхом Завете, в Танахе. Is basically a history of the fathers. Это в основе своей история отцовства, отцов. And we've lost that history in the body of Christ. И в теле Христовом, к сожалению, мы утеряли эту последовательность. And God is now moving around the world to restore this. И то, что сейчас делает Господь, он движется по всему миру для того, чтобы восстановить отцовство. What are fathers supposed to look like? Как же должен выглядеть отец? And this is what I'm wanting to talk about this evening. И сегодня вечером как раз об этом я и хочу поговорить. So turn with me, if you will, and your Bibles to Luke chapter 15. Если у вас есть ваши Библии с собой, откройте, пожалуйста, Луки 15 главу. And we will begin with verse 17. И мы начнем с 17 стиха. And I would like for you to read 17 to 23. Итак,
«Приди же в себя, придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Now this story is called the story of the prodigal son. Эта история, все мы знаем, называется историей блудного сына. What does the word prodigal mean? И что же это слово блудный сын означает? Excessive. That he was excessive. He was a spendthrift. Тот, кто расточил все свое, тот, кто отдал, остался ни с чем. He was extravagant in his for his living for the devil. И он был очень экстравагантным в своей жизни, потраченной для дьявола. That's the word prodigal, extravagant. Вот это слово означает блудный сын. He was extravagant in living worldly. Он очень экстравагантно жил мирской жизнью, понимаете, да, со вкусом так. But we also see that the father is prodigal. Prodigal? He's a prodigal father too. Because the word means extravagant. Но также мы видим очень удивительного отца. The son was prodigal for the world. Сын был очень увлечен миром. But the father was extravagant for the love of God. Но отец был движим любовью Бога. Because we see that in the story. Мы можем видеть это четко в истории. The son took his part of the inheritance. Сын взял свою часть своего наследства. And he went away and spent it in wild living. И он ушел и потратил это все просто в дикой жизни. When he had nothing. И у него осталась пустота. You read this a moment ago. Мы читали это. When he had nothing, he said, "What am I going to do?" И когда он остался ни с чем, он сказал, "А что же мне теперь делать?" I'm going to return to my father. Вернусь-ка я к своему отцу. Today probably men would say, "I'm going to return to my mother." Сегодня мы чаще можем услышать, вернусь-ка я к своей маме. Today, we need to understand why he said the father. Сегодня нам надо с вами понимание, почему он сказал, вернусь-ка я к отцу. And he says, "What am I going to do?" И он задумался, что же мне теперь делать? I'm going to say, "Father, I have sinned against heaven and before you." И он захотел признаться пред отцом, что согрешил перед небом и перед ним. And I am no longer worthy to be called by your name. И теперь я не могу называться сыном твоим именем. But just make me as a hired servant. Но найми меня наемником к себе. And I'm sure as he was walking home, he was rehearsing that. Я думаю, что когда он возвращался по дороге домой, много раз прокручивал это в своем разуме. I'm sure he wanted to say it just right. И я думаю, что он планировал, как же правильно он все это произнесет. And the father saw him walking. И отец увидел его далеко идущим. He looked a long way off. Он вглядывался вдаль, то есть он увидел его далеко. And he recognized his walk. И он распознал его, он узнал его. He knew that it was his son. Он знал, что это идет его сын. And he jumped up and ran to him. Он выскочил и побежал к нему навстречу. My wife said she could recognize my walk anywhere. Моя жена говорит, что может распознать мою походку где угодно. She said, "You could be in a whole crowd of men, and you all be walking, and I could pick you out from behind." Я могу тебя видеть везде в толпе, как бы далеко ты ни был, я все равно тебя распознаю, найду и вычислю. I told her,
I walk like a normal person. Я говорю, ну я хожу как обыкновенный человек. She said, no, you don't. Она говорит, не, а не так ходишь. You have a special little walk. I don't know what it is, but. У тебя есть маленькая особенность твоей походки. Он говорит, я не знаю, что это может быть. How many of you ladies know the walk of your husband? Как многие из вас знают походку своих мужей и жен? Let's see, how many of you know? You would know your his husband's walk anywhere he was, right? Вы можете распознать походку вашего мужа, где бы он там ни ходил, правда? My wife says I like to wear cowboy boots. Я люблю одевать ковбойские сапоги. But she tells me when I wear cowboy boots that my walk looks really odd. Really different. В ковбойских сапогах его жена говорит, что у него абсолютно меняется походка, и он начинает ходить совершенно по-другому. But she knows the difference between the two. Но она может распознать эти две походки мои. And the father knows the walk of his son. И отец смог распознать походку своего сына. It's not talked about very much, but he does. Это не так много заняло времени, но он распознал. I would know my son's walk anywhere. Я могу распознать походку своего сына везде, всегда. And the father is looking and he sees the walk of his son. И отец вглядывался, он увидел и понял, что это сын его. And he runs and throws his arms around him. И он выбежал к нему навстречу и обнял его, распростёр свои руки вокруг него. And he begins to kiss him. И он начал целовать его. Not just once. Не один раз, not just twice, не второй раз, but, но он начал целовать его. That's what the Greek word says. Это то, что говорит греческий перевод Писания. Kept kissing. Продолжал целовать. What was it about the father? Что это говорит нам об отце? He had compassion. Он имеет сострадание. His son didn't even have to explain himself. Сыну даже не понадобилось ничего объяснять. But his son began to give his little talk. Но сын попытался все-таки начать разговор. Father, I've sinned against heaven and before you. Отец, я согрешил перед небом и перед тобой. And I'm no longer worthy to be called your son. И я не могу называться теперь именем твоим сыном быть. But the father didn't let him finish it. Но отец даже не позволил ему закончить. Remember, he rehearsed, let me be as a hired servant. Помните, он планировал ему сказать, найми меня наемником к себе. But he went to tell his father, and his father said, no. И настал черед сказать эту фразу, и отец остановил его. Get the robe. Принесите одежды. Get the best robe. Принесите самую лучшую одежду. It's the first robe. It's not just any robe. Это не просто одежда, которую носят каждый день. Это что-то нарядное, праздничное. It's not like pick out the best one on the wall. Это не то, что висит на вешалке, выберите там одну из. But it's the best robe as a robe of priority. Это лучшая одежда, которые являлись символами приоритетов. It is the robe just for him. Это была особенная одежда специально для него. So the father has compassion. У отца есть сострадание. He's broken with love. Он сокрушен любовью. And the spirit of the father has that kind of love. И дух отцовства, он имеет этот вид любви. It's the kind of love that says, son, you don't have to explain yourself. Этот тип любви говорит нам, сынок, тебе не надо ничего мне доказывать и объяснять. I'm receiving you back as a full partner. Я принимаю тебя назад как полноценную часть. You don't have to be on trial. Тебе не надо заслуживать. I'm not testing you. Я не буду испытательный срок тебе давать. I'm not saying you've got to be back 3 months and then I'll do something. Тебе не надо будет проходить 3 месяца испытательного срока, и потом я посмотрю, что с тобой делать. Son, I'm not even interested in what you've done. Сын, честно говоря, мне даже не интересно то, чем ты занимался. I just know one thing, you are back now. Я знаю только одно, ты сейчас вернулся. And it's as if you had never left. Это так, как будто ты никогда бы и не уходил. I take you back as a full partner in the business. Я принимаю тебя как полноценного партнера в бизнесе. I don't know.
when I first became a believer, I know I didn't have that compassion. И я знаю, что когда я был новообращенным верующим, у меня не было такого рода сострадания. I was a believer. Я был верующим. I had been called into the ministry. Я был призван в служение. In fact, I was a second pastor. И я был помощником пастыря. And the first pastor, the senior pastor, would say, "These are the things I want you to do." И главный пастырь мне говорил: "Вот ряд вещей, которые я хотел бы, чтобы ты делал." And one of the things was to visit hospitals and sick people. И одна из вещей была посещать больных людей в больницах. I recall walking out of the hospital one day. Я зашел в больницу однажды. And I was saying, God, there's something wrong with my heart. Я сказал: Господь, что-то неправильное происходит в моем сердце. You know, I don't have to tell you this, but I was a state policeman in Texas for a number of years. Это не то, что я хочу вам рассказывать, но я был полицейским какой-то период времени в Техасе. And I think some of that had hardened my heart. Я думаю, что то, что с этим связано, с этой работой, ожесточило мое сердце. I don't know what it was. Я не знаю, что конкретно это было. But I remember walking out of the hospital one day. Но я помню себя вошедшим в больницу в тот день. And I had a fear come over me. И я понял, что страх пришел ко мне. Lord, I can't do the ministry if you don't do something in my heart. Господь, я не смогу делать это служение, если ты не сделаешь что-нибудь с моим сердцем. I need to be able to accept other people unconditionally. Я должен научиться принимать полностью этих людей, других людей. I need to be able to love them for who they are, not for what they've done. И я должен буду научиться любить их такими, как они есть, а не за то, что они сделали в прошлом. I need to be able to walk in a hospital room and have compassion for the person that's sick. Я должен суметь зайти в больничную палату и иметь сострадание к человеку, который болен. I remember that day in the fall of 1971. Я помню этот день в 1971 году. Я сел в свою машину, закрыл дверь. Я положил руки свои на руль. И просто начал взывать и кричать Господу. Я начал говорить: Бог, тебе надо сделать чудо в моем сердце. Because my heart's so hard. Потому что мое сердце такое твердое. I need it to be softened. А я нуждаюсь, чтобы оно было мягким. I don't know what happened in that moment. Я не знаю, что конкретно произошло в тот момент. But I began to see people differently. Но с того момента я начал видеть людей по-другому. I didn't judge them for what they had done or hadn't done. Я перестал судить их за то, что они сделали или собирались сделать. I just know that there was a real compassion like a father in me. Я осознал, что есть настоящее сострадание отца внутри меня. And the father said, "Get that coat, the best coat." И отец говорит: "Принесите эту самую лучшую одежду моему блудному сыну." A full robe. Полное одеяние. And here, put it on. И оденьте на него. Put his arm in and arm here and the father put it on for him. So a servant did, actually. И слуги, оденьте его и возьмите его под руки, введите его в дом отца к отцу. And he was covered up. И они покрыли его, они одели на него эту одежду. Do you know what that says to me? Знаете, что это означает для меня? That says that the father always lets the son know that he's covered. Отец хочет, чтобы сын знал, что он всегда его покроет. The spirit of a father will always tell people that the blood of Jesus washes away the sin. Дух отцовства всегда проговорит в сердце о том, что ты покрыт и омыт кровью Христа. We will not allow people to live in condemnation. Condemnation, in guilt. We will not allow people to Мы люди, которые не призваны жить постоянно с чувством вины. We will let them know that no matter what they've done in the past, God forgives them. И мы должны доносить людям, что бы они ни сделали в прошлом, Бог может покрыть это и принять их к себе. But God doesn't just forgive, God forgets. Бог не просто прощает, Он еще и забывает.
According to the scripture in Hebrews. В Писании, в Евреям написано. He said, "I will remember your sins and iniquities no more." Где говорится о том, что не вспомяну ваших грехов более. The Father's Spirit will comfort other people and let them know that. Дух Отца, Он покрывает людей и дает им это почувствовать, познать. You mean God doesn't even remember my sin? Можно сказать, что Бог даже просто вот не помнит моих грехов. I thought God knew everything. Я же думаю, что Бог знает все. No, God doesn't know everything. Нет, Бог не знает все. Well, I thought God had to know everything. Но я же думаю, что Бог знает все. No. Нет. He doesn't know everything. Нет, он не знает все. I'll tell you what he doesn't know. Я отвечу вам, что он не знает. He doesn't know what he chooses not to know. Он не знает то, что он избирает не знать. Помните, там он избрал забыть наши грехи. And he says, if I can't remember sins and iniquities anymore. Я решаю не вспоминать более ваших грехов. Did God lie? Бог соврал? No. Нет. He can't remember it. Он не помнит. I used to go to the Lord and say, God, I've done it again. И можно прийти к Богу и сказать: "О, я сделал это снова." You know, I've had a problem with flash anger. You know what that is? Quick anger. Yeah, I've had that problem. Он пастор, он говорит, что у него была проблема с раздражением. Знаете, он быстро гневался. Just in a moment, I'd get mad. Просто мгновенно он начинал злиться. God began to deal with me about it. И Бог начал разбираться с этим. Forgive me, Lord. Боже, прости меня. That's not loving. Это, ну, это не по любви, это не любовь. And then a month later, I would do it again. И через минуту я снова гневался. And I remember one time I said, Lord, forgive me, I've done it again. И я помню, как однажды я молился: Боже, прости меня, я снова это сделал. I heard His Spirit say, и я слышу, You've done дух, what again? Дух внутри спрашивает: что ты сделал снова? I've gotten angry again. Я говорю: ну я разозлился снова. I don't remember it. А дух говорит: а я не помню He's этого. He's chosen not to remember it. Он выбирает не помнить это. And we need to let people know. И мы должны позволить людям знать это. That the power of the blood of Jesus Christ. Что сила крови Иешуа Мессии. Is better than the blood of bull and goats. Лучше, чем кровь тельцов и козлов. We don't have to remember our sins every year. И мы не должны вспоминать, помните, как на Йом-Кипур, каждые свои грехи за весь год. Jesus Christ was the perfect sacrifice. Иисус Христос, Иешуа Мессия, идеальная жертва. He shed His blood once and for all. И Ему однажды ее пришлось пролить. And we are covered. И мы все покрыты. And the Spirit of a Father will take that. И Дух Отца, Он They'll берет take это. That faith. Он берет эту веру. They'll take that word. Он берет это слово. And they'll cover other people with и Он покрывает многих людей Bring этим. The robe and let me put it on them. Он приносит одежду. Позволь принести одежду и покрыть тебя. And here, let me put a ring on your finger. И позволь одеть перстень на палец твой. This wasn't just any ring. Это было не просто колечко. It was a signet ring with a seal on it. Это было кольцо власти, на нем печать была семьи. It meant he could do business for the Father. Это означало, что он мог вести любой бизнес именем Отца. He could speak for the Father. Он мог говорить от имени Отца. He could sell things for the Father. Он мог все делать от имени Отца. It was a ring of authority. Это было кольцо власти. And a father will tell others, you have the authority of Christ now. И отец говорит, что у вас теперь есть власть Иешуа Мессии. You've got the authority to tread on serpents and scorpions. У вас есть власть наступать на змей и скорпионов. You've got the authority to cast out demons. У вас есть власть изгонять демонов. You've got the authority to speak the word of God. У вас есть власть говорить слово Божье. You've got the authority to set people free. У вас есть власть освобождать людей на свободу. A father needs to let others know that they have gifts.
и отец нуждается в том, чтобы все другие люди узнали, что у них есть дары, что есть духовные дары. And help the other person release that spiritual gift in their lives. И чтобы помочь высвободить эти дары в жизнях этих людей. Fathers, the spirit of a father always empowers other people. Дух Отца всегда наполняет силой других людей. We don't try to do it ourselves. И мы не должны пытаться все это делать нашими силами. But we will say something like this, son. Иногда мы говорим, сын. Watch me do this. Смотри, что я буду делать. Now, you do it, and I'll watch you. А теперь ты делай, а я буду наблюдать за тобой. You've seen me do it. Ты видишь меня делающим. Now you can do it. Теперь ты можешь это делать. And then I'll watch you do it. А потом я понаблюдаю, как ты это делаешь. That's the spirit of a father. Это то, как взращивает нас Дух Отца. To empower other people. То, как он наполняет силой других людей. And then the last thing, he put sandals on his feet. И что он дальше сделал? Он дал обувь, сандалии на его ноги. This is what the spirit of the father does. Вот что делает. Вот что делают духовные отцы для других людей. What are sandals for? Для чего сандали? To protect the feet. Защищать ноги. I believe that they're for protection. Я верю, что это защита. Protection from the weather. Защита от погоды. Protection from water. Защита от воды. But mainly protection. Но в буквальном смысле это защита. I remember one time my wife and I were, and some more people were in the jungles of Costa Rica, Central America. Я помню, однажды мы с моей женой и еще группой других людей были в джунглях в Коста-Рике, это Центральная Америка. And when I say jungle, I mean jungle. И когда я говорю джунгли, я подразумеваю самые настоящие джунгли. There were monkeys and alligators. Аллигаторы рядышком и мартышки. There were snakes of all kinds. Разные виды змей. They had one snake that was a very, very venomous, kill you in a moment. И была там среди змей одна такая жутко уникальная змея, которая убивала мгновенно. A viper about this big. Viper. A viper snake. Very poisonous. Язык змеи был вот таким. And they had stinging scorpions. И скорпионов было много, таких больших, которые не маленькие. Like that, you know. Которые так тык. And so, at night. И в течение ночи. There was no electricity and no light. Не было вообще электричества, не было света. And we were living, we were staying in this house built in the forest. И мы остановились в избушке, которая была построена в лесу. And stinging scorpions would be crawling on the ceiling. И по потолку скорпиончики бегали. And they would fall off on the floors. И они с потолка падали на пол. Well, I woke up in the middle of the night, and guess what I had to do? И я захотел встать посреди ночи, и догадайтесь, что я сделал? I had to go to the bathroom. Я собрался пройтись в ванную. I had no flashlight. У меня фонарика вообще не было. No light. Не было света. And I couldn't find my shoes. И я не мог найти свою обувь. I thought, what am I going to do? И я подумал, Боже, что же мне делать? All the way across the room. Мне же надо пройти сквозь всю комнату. And down a little hall. И маленький коридор. In the dark. В темноте. So I put my toe on the floor carefully and. И я пальчиками так на пол. And I bit under the bed and I began to feel осторожненько и так вокруг. For my shoes, I mean. Пытался найти свою обувь. And I finally found one. И я нашел одну. What did I do with it? И что я сделал с этим? I put it on one foot. Я быстренько одел на одну ногу. And I reached under and found the other one. И потом я начал искать другую и быстренько одел на другую ногу. И потом я уверенно пошагал в ванную. Squash, 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 squash. Чвяк, чвяк, чвяк. I think I stepped on a couple of scorpions. И мне кажется, я все-таки парочку раздавил. But my shoes protected my feet. Но моя обувь защитила мои ступни. Let me tell you what a father does. Позвольте мне сказать, что делает отец. A father protects the children. Отец защищает своих детей.
A father protects the sons. Отец защищает сыновей. A father protects the daughters. Отец защищает дочерей. What do we do with the spirit of the father? Что мы делаем с духом отцовства? We protect one another. Мы защищаем друг друга. We are the body of Christ. Мы тело Мессии. You're bone of my bone and flesh of my flesh. Вы кость от кости моей и плоть от плоти моей. We're not just an organization. Мы не просто организация. We are the spiritual body of Jesus. Мы духовное тело Иешуа Мессии. Иисуса Христа. Right? Правда? So we need to protect our bodies. И мы нуждаемся в том, чтобы защищать наше тело. Which one of us plucks out our knife? Which one of us pulls out a knife? Кто из нас вот возьмет и выдернет глаз? Which one of us stabs ourselves with a knife? Кто себя начнет резать ножом? We don't do that. Мы не делаем этих вещей. And yet sometimes we do to our spiritual body. Но иногда мы делаем это в нашем духовном теле. Мы тыкаем друг друга ножами и говорим сплетни друг про друга. Но Дух Отцовства, Он говорит, нет, мы должны любить друг друга. Мы должны иметь сострадание друг другу в теле Христа. Вот в чем дух отцовства. Я буду делать все для тебя в ключе защиты тебя и всегда буду защищать тебя. Если ты говоришь об этом человеке, значит, ты говоришь обо мне. Как это звучит? And if that person is under spiritual attack, we're going to fight for that person. И если этот человек сейчас находится под духовными атаками, мы встанем рядом и будем сражаться с ним. Because the Father gives the shoes. Потому что Отец нам дал обувь. This is the spirit of the Father. Вот дух Отца. But I left out one thing. Ну, я еще кое-что не сказал. I left it out on purpose. И оставил это для цели. The very last verse that I read. И еще раз прочтем. Еще раз прочтем 23 стих. И приведите откормленного теленка и заколите, и станем есть и веселиться. И дух отцовства, который Бог хочет высвободить сегодня, это дух, который имеет радость в себе. Дух радости. That's God's desire. Это Божье желание. Don't make it a hard job. Не делайте это все жутким бременем, тяжелой работой. Just say, God, give me a heart of compassion. Просто придите и попросите, Бог, дай мне сострадательное сердце. And enjoy each other. И наслаждайтесь друг другом. Enjoy one another. Радуйтесь друг другу. It's fun. Let's have a party. Это весело. Это должно быть как вечеринка. We come to church. Let's have a party. Мы пришли в церковь. Давайте порадоваться. Мы пришли в общину. Давайте веселиться. Правда? We go to someone's home. Let's have a party. Мы приходим друг к другу в гости. Давайте повеселимся. Let's don't be serious all the time. Давайте не будем все время серьезными. Long face. Такими вытянутыми лицами. Look at me. Посмотрите на меня. I'm a holy Christian. Я святой христианин. Нет. You're not going to win anyone to the Lord like that. Вы не придете никогда в таком виде к Господу. If you're not having any fun, nobody wants to do what you're doing. Если у вас не будет веселья, вы не будете делать то, что. We're told to bring a sacrifice of thanksgiving and joy to the Lord. Мы должны приносить жертвы благодарения и радости Господу. Come on. Давайте. We've been saved by the blood of Jesus. Мы были спасены кровью Иисуса Христа. We have eternal life. У нас есть с вами вечная жизнь. God is releasing His goodness upon us. Бог высвобождает свою благость в нашей жизни. Why be sad? Чего нам быть угрюмыми? Come on, kill the fatted calf. Давайте заколем теленка и козленка. Let's be merry. Давайте веселиться. Let's dance to the Lord. Давайте танцевать пред Богом. Let's have a good time in the body of Christ. Давайте будем проводить хорошее время в теле Мессии. And that's what a father will do. Это то, что делает отец. He'll say, "Come on, I love you and I accept you unconditionally." А он говорит: "Пошли, я принимаю тебя, я вмещаю тебя."
входи. The blood of Jesus Christ is sufficient for your past. Кровь Иисуса Христа, она покрывает твое прошлое. You have the authority of God. И у вас есть власть Бога. And we're going to protect you. И мы защитим тебя. And we're going to have a party. И у нас будет веселье. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Hallelujah. Hallelujah. I'm excited about it. Я, мое сердце очень радуется этому. I want to pray for someone specifically tonight, some people. Я о некоторых хочу специально помолиться сегодня. I want to pray for women whose husbands have been abusive and or like alcoholics. Я хочу помолиться. Physically abusive and emotionally abusive to you. Я хочу помолиться за женщин, чьи мужья оскорбляли их, обижали, может быть, били их, и может быть, мужья были алкоголиками, может, нет.